нужна ваша позиция в целом по делу? Вину вы признаете или нет? Вообще не признаю. Вину не признаете в полном объеме, по всему предъявленному обвинению. Правильно я понимаю? Абсолютно не признаю. Просто это фабрикация, фальсификация. Это с целью рейдерского захвата моих денег, моего имущества. И эти люди, которые все это делали, они совершают преступления. Это предатели, пятая колонна, люди, которые хотят выдавить последних бизнесменов из этой страны, чтобы все убежали, видя такой беспредел. Я работал все на благо, то есть последний перед моим этим, это, как меня снимали там генеральный директор, у нас я размещал там в этом через Сбербанк, в АФЗ, 500 миллионов, там платили, еле-еле я там выпросил 6% платили. 6%. А займы были под 8, под 9. То есть, ну, просто вот такая наглая ложь, там, не знаю, такой наглый беспредел. Вот, и я не знаю, вот люди зачитывают это, я бы уволился бы, не стал бы так работать на такой работе, чтобы вот эту ложь считать. Я не знаю, вот, надо... Совести нет у людей. Ваша позиция, я не понимаю, что такой подлости там.